Любители головоломок, скорее всего, с первого взгляда узнают героя этого обзора знакомые черты. Да, игра Forgotten Blocks не претендует на оригинальность. Разработчики взяли за основу хорошо знакомую многим игровую механику и обернули ее в красочную графику. В игре Forgotten Blocks вам предстоит убрать с игрового поля небольшой блок, предварительно расчистив его путь к выходу. Но вся сложность заключается в том, что серые блоки можно передвигать только вертикально или только горизонтально, в зависимости от их положения на игровой плоскости. Также для прохождения каждого уровня разработчики определили некоторое количество ходов, в которые вам нужно уложиться. Разработчики предлагают вам на выбор более 500 уровней с различным уровнем сложности. Но, честно говоря, я не могу сказать, чтобы их сложность постоянно росла. Иногда после нескольких довольно сложных этапов вам повстречается пара-тройка очень легких. Кроме большого количества уровней, Forgotten Blocks может похвастаться приятной графикой и довольно динамичным звуковым сопровождением, которое совершенно не отвлекает от игрового процесса. Игра Forgotten Blocks доступна в Android Market совершенно бесплатно. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.